Семеро детей погибли в результате пожара в частном доме в станице Холмской на Кубани. Следователи выясняют обстоятельства этой страшной трагедии. Пока известно, что дом загорелся около полуночи, когда на место прибыли сотрудники МЧС. В огне было около 60 квадратных метров. Пожар удалось достаточно быстро локализовать, и тогда были обнаружены семеро детей в возрасте от года до 10 лет. По предварительным данным, они задохнулись от угарного газа. С места ЧП госпитализирован сильно обгоревший мужчина, который пытался спасти детей. И вот что нам сообщили в МЧС. На пульт пожарной охраны поступила информация о пожаре станицы Холмская Обдинского района Краснодарского края. Пожарный расчет прибыл по указанному адресу, обнаружил горение частного дома на площади 60 квадратных метров. Пожар был локализован. При разборе обнаружено 4 погибших человека. В 0 часов 40 минут обнаружено еще 3 погибших человека. Рассматривается несколько версий. Уже установлено, что дети находились без присмотра взрослых. Не исключено, что в доме была неисправна печка или закрыта заслонка, регулирующая тягу. Сейчас на месте пожара работают следователи и эксперты. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе и почему несовершеннолетние остались в доме без родителей.